Всем привет! О том, что нас ждет за окном в пятницу 1 сентября, расскажу вам я, Александра Балданова. Как сообщает гидрометеоцентр, по северным районам малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 9, скорость ветра до 5 метров в секунду. На юге Бурятии малооблачно, синоптики обещают дождь, днем плюс 26, ночью плюс 10. Ожидается усиление порывов ветра до 10 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно, возможны осадки, днем похолодание до плюс 24, ночью плюс 13, порывы ветра до 9 метров в секунду. С вами была Александра Балданова. Всем пока!